Доброе утро. Всего по территории республики тушится на сегодняшний день 35 пожаров. Вернее, есть 35 пожаров, тушится из них 8. Людей работает на пожарах 380 и техники 36. Локализовано за сутки 4 пожара, ликвидировано 4. К сожалению, вновь обнаружено тоже 4 пожара. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки, передислокации личного состава на территории республики привлекались 2 воздушных судна от Министерства чрезвычайных ситуаций. Выполнено 28 вылетов. Приближенным и угрожающим населенным пунктам пожаров нет. Работы по тушению проводятся на территории 4 районов республики. Это Вилюйский 1, Сунтарский 2 пожара, Усьмайский 4, Чурапчинский 1. Другие пожары находятся на зоне контроля. При этом также работает самолет-зондировщик Ан-26, который показывает свою эффективную работу. Благодаря работе данного самолета хорошие обильные осадки пошли по нашим пожарам.